Подпишись на канал и поставь свой царский лайк. Ну а мы поехали. Взаимовыручка животных. У наших знакомых жила овчарка Леда. Как-то раз, выводя свою любимицу на прогулку, хозяин обнаружил у дверей крошечного котенка. При появлении собаки котенок не оробел, выгнул спинку, выгнул дугой, зашипел. Леда не обиделась, а начала нежно вылизывать малыша. Сердце хозяина дрогнуло, и кот поселился в квартире, получив кличку Полкан. Прошло время, полкаша подрос. В один из вечеров жена хозяина напекла оладий, вышла из кухни на минутку, чтобы оторвать мужа с детьми от телевизора и заманить на ужин. Возвращается жена на кухню и видит, полкаша сидит на столе, аккуратно поддевает оладьи коготком и сбрасывает по одному на пол. Сам он оладьи не ест, фигуру бережет. А у стола сидит Леда и мгновенно оладьи проглатывает. И так у них слаженно это все получается. Помнил кот добро. Друзей наказывать не стали.